Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем зале. Начинаем отчетный концерт отделения камерного ансамбля концертмейстерского класса и квартета. Концерт проходит в рамках творческого проекта «Молодость и мастерство 2024». Проект реализуется фондом «Юные дарования Сибири» с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Франц Шуберт. Сонатина ля минор для скрипки и фортепиано. Первая часть. Исполняют лауреат международных конкурсов Вячеслав Ермолаев, скрипка, Мария Голикова, фортепиано. Класс камерного ансамбля доцента Карины Викторовны Минасян.
Соната номер 2 для скрипки и фортепиано ре минор. Первая часть. Исполнители. Вячеслав Ермолаев и Иван Рассказов. Класс камерного ансамбля доцента Карины Викторовны Минасян. Thank you.
Франц Шуберт «В путь» из цикла «Прекрасная мельничиха». Исполняют солист хоровой капеллы в Новосибирской государственной филармонии Илья Мастюгин, концертмейстер Евгения Адамова, класс Лилии Андреевны Пацуковой. Соната номер 1 ля минор для скрипки и фортепиано. Первая часть. Исполняют Жанель Бекенова и Софья Липун. Класс Натальи Викторовны Якименко.
Цезарь Кюи, царско-сельская статуя, исполняют Илья Мастюгин и Таисия Колычева, концертмейстерский класс Лилии Андреевны Пусуковой. Александр Глазунов. Песнь «Менестрели». Исполняют Антон Погоруков и Лилия Пусукова.
Йозеф Гайден, трио до-мажор, первая часть. Исполняют Иван Высочин, скрипка, Антон Пахоруков, виолончель, Даниил Федотов, фортепиано, класс Федора Игоревича Кабельского. Thank you.
Ганес Брамс, венгерский танец номер 2. Исполняют Жанель Пекенова и Тимур Тулиев. Класс Лилии Андреевны Пацуковой.
Дмитрий Шостакович. Соната для виолончели и фортепиано. Первая часть. Исполнители. Василина Химей, виолончель, Иван Бутлинов, фортепиано. Класс камерного ансамбля Лилии Андреевны Пацуковой.
Пабло Сарасате «Цыганские напевы» исполняет Федор Кабельский, концертмейстер Анастасия Плотникова. Класс Яны Михайловны Турич. Thank you.
концерта прозвучит квартет номер один Петра Ильича Чайковского в четырех частях. Исполнители: Жанель Бекенова, первая скрипка, Надежда Тарадаева, вторая скрипка, Арсений Рогозинский, альт, Василина Химей, виолончель. Класс Александра Тихоновича Марченко.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Наш концерт окончен. Благодарим вас за внимание. До новых встреч в этом зале.